Нежный, но все-таки бизнес. Сообщество женщин-предпринимателей Северо-Востока Подмосковья активно продвигает свое дело. В Щелковском районном культурном комплексе прошел первый форум организации «Нежный бизнес», приуроченный к юбилею. Сообществу исполнился один год. Тема – медиаповедение бизнеса в условиях пандемии. Очень важно, это очень нужно, это необходимо, потому что, ну, во-первых, это общение, во-вторых, это открытость. В-третьих, естественно, каждый для себя, кто сегодня будет присутствовать, да, и кто потом посмотрит, ну, в какой-то там, может быть, по телевизору, может быть, в интернете, для себя каждый поймет, что ему нужно, что он может использовать, как помогают, как развивается, да, вот, нежный бизнес. Мы живем уже в эпоху свершившейся и информационной революции, и это изменило и общественно, и влияет очень мощно, и меняет общественную атмосферу. Я просто уверена, что подобного рода явления будут встречаться чаще. Это движение, это тренд к объединению людей по различным конкретным интересам. Форум прошел как в реальном, так и в виртуальном режиме. В онлайн-трансляции приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Корисалова, бизнесмен Андрей Ковалев. В холле культурного комплекса ограниченное количество участниц. За столами организаторы и спикеры. Каждому есть что рассказать, чем поделиться. И темой сегодняшнего форума было медиаповедение бизнеса в период пандемии, лучшие кейсы и практики. Лучшие кейсы и практики, как себя презентовать, как о себе рассказать, что делать в этот период пандемии, чем пользоваться соцсетями, медийными журналами, любыми иными нашими подмогами, подсказками, поддержкой. Вот мы решили, да, с Марией Сергеевной Суворовской, это главный редактор журнала Russian Business Guide, учредить и создать некую форму журнала «Нежный бизнес», при партнерстве с областным деловым журналом «Бизнес-диалог медиа». И уже практически шестой год мы издаем «Бизнес-диалог» как основной деловой журнал Московской области. И сегодня мы действительно подписали соглашение с «Нежным бизнесом» для того, чтобы сделать специальную платформу для общения женского бизнеса в нашем издании «Бизнес-диалог», чтобы рассказывать о тех формах поддержки женского предпринимательства, которые есть в Московской области, о том, чтобы показывать лучшую историю успеха женщин-предпринимателей. Лучшие из лучших в этот день не только получили важную и нужную информацию, но и подарки, фирменные статуэтки и букеты. Форум стал полезен для всех участников, ведь поддержка и взаимовыручка – залог успеха в любом деле. Вот это сообщество показывает, что наоборот, женщины могут сплотиться и стать такой большой стеной, которая будет помогать друг другу, друг друга поддерживать, уметь, да, и даже в такую непростой ситуации, которая сейчас, ну, на данный момент в мире сложилась. Да. Было очень полезно, потому что нам действительно не нужно стоять на месте, нам нужно развиваться, нам нужно рекламироваться, нам нужно нести добро в этот мир, получать тоже добро, чтобы вот этот круговорот добра, он делал нас еще лучше, сильнее, добрее и больше любви в мире от этого было. Чего хочет женщина? На этот вопрос на форуме «Нежного бизнеса» также нашелся однозначный ответ. Ей во всем нужно быть, а не казаться. И каждый день осознавать, если она хочет, она может. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.